Сроки карантина в Германии сокращают. При положительном результате анализа на коронавирус в Германии вы должны будете самоизолироваться только в течение 10 дней. Раньше срок был 14 дней. Если на 7-й день у вас отрицательный ПЦР-тест на ковид или сертифицированный экспресс-тест на антиген, вы можете выйти из самоизоляции. Испания – первая европейская страна, которая хочет приравнять коронавирус к гриппу. Правительство больше не хочет регистрировать и отслеживать каждый случай заражения. Министр здравоохранения Испании Педро Санчес заявляет, поскольку уровень смертности от коронавируса снизился, возможно, пришло время бороться с пандемией другими способами. К другим темам. Накопления немцев в 2021 году достигли нового исторического рекорда – почти 8 триллионов евро. Это произошло из чрезмерной экономии на фоне пандемии. Жители Германии в среднем откладывали 15 евро с заработанной сотни. Немецкие пожарные города Оринзее используют российский КАМАЗ для тушения огня. По их мнению, пожарная машина ничуть не хуже немецкой, но только стоит на 100 тысяч евро меньше. Кроме цены, пожарных подкупило достойное качество и простое управление. Российский режиссер Кирилл Серебренников приехал в Гамбург. Здесь он будет репетировать спектакль «Черный монах» по одноименной повести Антона Чехова. Премьера запланирована на 22 января. Затем режиссер снова вернется в Москву. В спектакле играют как немецкие, так и русские артисты. Это первая поездка Серебренникова за рубеж после обвинений в мошенничестве. Режиссер назвал приезд в Гамбург хорошим знаком, потому что именно здесь он был перед 4-летним перерывом.